Ну что ж, вернемся, друг, на поиски удачи. Ну, выходит, скажу не так, что Кимельфельда нам привезти не удалось, бюджет не позволил. Но зато у нас есть сегодня Кимельфельд by proxy. Да, то есть как бы приближенный Кимельфельд. Правильно, Кимельфельд по доверенности. Итак, к 60-летию Петра Бельского. К сожалению, эта поэма уже появилась в интернете, но это значит, что Петя получит двойное удовольствие. А в главной роли Петр Бельский, он же Пит Крамер, муж Стеллы Крамер, характер далек от нордического, женат. В ролях Дмитрий Кимельфельд, товарищи Семенов, Бродман, Кривуша, Пестушка, Кулькин и другие культурные деятели эпохи Петра Бельского. Место действия – Украина, Россия, Германия, Израиль, Техас, а также город Козятин Винницкой области, где славный мясокомбинат сейчас славится котлетами для всего Макдональдс по Украине. Итак, когда затихнет зуд имперский, на фото я свои гляжу, там у костра блистает Бельский и пьет вино для куражу. Вокруг сидят молодые леди, они ему глядят в усы, а командор поет о лете, красив, как трио веросы. Здесь пауза. Он чемпион у всех мамзелей, он покоритель звонких струн, он легче ветра и газелей, он Аполлон, ведун, перун. В его дому всегда просторно для иудеев и христиан, он затмевает всех бесспорно, а спорно даже Кардашьян. Он чемпион по части сквоша, он респектабельный отец, он остроумнее Гавроша, он бордельер, наконец. Он засранный Бандерой Киев. Не ты ли Петю так ласкал, что, вспоминая дни лихие, он держит чувственный оскал? Гаврила ждал в засаде утку, а Петя Бельский сколько ждал, чтоб, закрутивши самокрутку, позвать на юбилейный бал друзей и дорогого зятя, и внука в славную шпану, чтоб вспомнить городок Козятин. И пароходик на Десну, не зря он дважды зубы вставил. Они теперь лосось кромсят, он многих девушек состарил, идя к отметке 60. Его мы как могли любили за темперамент и за раж, за игровые водевили, за им лишь виденный мираж. Нам было с ним тепло и громко, нам было с ним туды, сюды, с Юрко и Валькиной котомкой, с Кривушей, не разлей воды. Мы заедали спирт сосулькой, в березке терли бильярд, нас вел в запой товарищ Кулькин. Он тоже был почти что бар. Как хорошо бокал напомнить, как хорошо жене налить. Как хорошо, что есть что вспомнить, но все же есть что и забыть. «Зачем вы Кеннеди убили?» — кричит пиндосом Крамер Пит. Когда уставший в изобилии фальшивый холит целлюлит, Семенов, Брудман и Пестушка, вас не хватает здесь, сейчас. Не плачь, старушка, где же кружка? Она летает, как Пегас, понад Днепром, понад Техасом, ей любы Гамбург и Бостон.
Иерусалим с кошерным мясом ей тоже машет вслед хвостом. Как жаль, что нынче не апрель, да? Неславный праздник дурака, а то позвали Кемельфельда. Он почудил наверняка. И привезя еврейский финик, Христовый он вручил венок, а бельский грешный именинник запел гульдариков гимнок. Ах, жаль, что нет такого фонда, куда б вложить его талант. А предо мной костер на фото и бельский песенный атлант. Неодолимо притяжение, как ни крути и ни верти, ты музам продолжай служение хотя бы до 120. Сейчас бы огненную чачу, да на закусочку гуся, засим привет от стены плача. Здесь и твоя живет удача, о чем поет планета вся. Года, как старые чернила, куда, скажи, куда уходит все, что было. Судьба, как домосед, свою колоду мечет, теперь иных уж нет. А те, поди далече, все меньше за столом товарищей служивых. Но если не помрем, так значит будем живы. Вот забава, так забава, и весело, и кроваво, все смешало, смерть и слава. Ну, держись! Так давай, брат, веселиться, жила кровь, а не водится, нам с тобой еще сгодится. Это жизнь, это жизнь, это жизнь, это жизнь.